Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это очень необычный обзор, это настоящий умный кошелек. На первый взгляд это похоже на большое мужское портмоне, куда можно засунуть аж 14 банковских карт или скидочных карт. Можно сюда прямо положить заграничный паспорт. При желании сюда даже можно положить телефон, даже большой смартфон. В нем есть очень много технологий, фактически это смартфон, только без экрана. Здесь встроенный на 5000 мАч аккумулятор. С помощью этого кошелька, с помощью встроенного в него аккумулятора, можно зарядить ваш смартфон или любое другое устройство, поддерживающее беспроводную технологию Qi, просто положив его и со смартфона активировав эту функцию. Но также в комплекте идут три небольших кабеля, соответственно, Lightning для Apple продукции, Type-C для всей продукции и microUSB. Кошелек может использоваться как Powerbank, как по проводам, так и без проводов. Притом можно заряжать сразу два устройства. Кроме того, в кошельке встроен GPS, в кошельке встроенная камера, которая в случае, когда кто-то его открывает, фотографирует и отправляет вам фотографию, если где-то вы потеряли кошелек. В кошельке много технологий, я обо всем подробно расскажу, вообще, что нравится, что не нравится, но вещь очень необычная и технологичная. Собирается такой кошелек. Вообще этот стартап собрал порядка 3 миллионов долларов, что было, по-моему, в 40 раз больше, чем они рассчитывали на производство таких кошельков в Армении. Производство, разумеется, начинка вся, как я понимаю, из Китая, а сама кожа, это кожаный кошелек, производство само, сборка идет. Вот эти все стежки, у них видео есть, где они все это делают, в Армении находятся. Давайте по порядку тогда. Что касается батарейки, претензий к ней у меня нет. Конечно, на сайте написано, что 14-15 дней в режиме ожидания, но мне кажется, это прям при идеальных каких-то условиях. Но я бы сказал, что дней 7-10, при том, когда вы кошельком пользуетесь, он протянет. Это хороший результат, я считаю, для такого кошелька. При идеальных каких-то условиях, когда он просто у вас лежит, и вы его не тревожите, он 2 недели, наверное, проживет. Как все работает? Во-первых, в обе стороны кошелек и смартфон соединены. Если разрывается соединение, то на смартфон приходит уведомление, и он начинает издавать звук. Вы его даже из кармана услышите, что вы где-то забыли свой кошелек. Работает в обе стороны. То есть, когда вы забываете кошелек, то звенит и кошелек, и звенит и смартфон. Поэтому, если где-то вы в кафе, например, забыли его, то вышли. Правда, единственное, очень быстро работает это на кошельке, стоит удалиться от смартфона, почти сразу происходит сигнал громкий. Кошелек, если даже убрать в рюкзак, звук приглушится, но все равно будет слышно. А на смартфоне приходит с небольшой задержкой. То есть, если кто-то его украдет, то какое-то время пройдет, пока вы его обнаружите. Что касается GPS, здесь просто GPS, по крайней мере, на коробке написано на официальный вот комплект, что только модуль GPS. Конечно же, здесь встроена еще сим-карта. С помощью нее, как я понимаю, естественно, и отправляется фотография того, кто ваш кошелек найдет, ну или украдет, а отправляется вам на телефон, ее можно загрузить. То есть 2G, 3G по всему миру, GPS по всему миру, но GPS на самом деле это слабое звено этого кошелька. Во-первых, 4 минуты, ребят, и во-вторых, судя по всему, модуль GPS прикрыт плотной кожей и работает лучше всего при открытом виде. Но если кошелек кто-то у вас украдет, кто же его открытым оставит? Поэтому отследить его очень сложно. Мне понадобилось 4 минуты и открыть кошелек для того, чтобы он смог определить, где он находится. Возможно, дело в том, что здесь спутников не очень много. Возможно, где-то, где больше скопления спутников, именно GPS, будет сигнал лучше. Но сейчас отследить его будет крайне сложно. Он просто покажет вам точку, где он был до этого в последний момент. Функция же потери работает совершенно без проблем. Как я и рассказал, если вы где-то его забыли, вам придет уведомление на телефон, и наоборот, соответственно, если вы где-то забыли телефон, а ваш кошелек travel у вас в руках или в рюкзаке, вы услышите этот сигнал, вы вернетесь за телефоном. Разумеется, карты защищены от считывания, специальная технология, то есть никто не сможет считать вашу карту, только вытащив его. Кошелек достаточно вместительный, сюда можно и загранпаспорт, и обычный паспорт положить, даже телефон, ну для тех, кто любит вот такие вот тяжелые портмоне. Если же просто пользоваться им как кошельком и хранить свои скидочные и банковские карты, влезет достаточно много. При желании сюда можно даже запихнуть вот эти самые зарядные устройства. И напоследок, памяти в кошельке очень много, еще одна функция, это то, что вы можете использовать как проводной и беспроводной, соответственно, флешку, беспроводную флешку. Проще всего подключить к компьютеру кабелем. Здесь 62 гигабайта свободно, плюс еще 5. Диск разделен на 2. Судя по всему, это Android, потому что определяется он стандартно на мониторе как Android, фотографии и так далее, все. Еще производитель
производитель говорит, что кошелек достаточно прочный, он покрыт специальной смолой, и по идее его даже может переехать автомобиль легковой, с ним ничего не будет. Проверять я, честно говоря, не стал, но выглядит все действительно хорошо. Все прошито, каждая строчка, нигде ничего не вылезает, шито действительно классно. Вот вопросов, как к устройству вот, кошельку, портмоне большому кожаному, у меня вообще никаких нет. По начинке, ну я единственное еще что замечу, когда кошелек открываете, то загорается сигнал, диод, когда он вас фотографирует. Мне кажется, это лишнее, либо его нужно было сделать где-то внизу, либо потому что злоумышленник, если ваш кошелек нашел или украл, открывает, он сразу поймет, ага, что это такое, и закроет ее пальцем, и вы ничего не получите. В целом, у меня к нему только одна претензия. Это очень слабый GPS, который практически нереально отследить, по крайней мере, в Москве. Если кошелек вдруг теряется, то шансов очень мало его найти. По горячим следам, да. Плюс у вас будет фотография злоумышленника, которая придет вам на телефон, если он, конечно, его как-то не закроет. Но обычно вот открываешь, он тебя сразу фотографирует, присылает через несколько секунд. Вы можете его найти. Но если он где-то лежит, закрытый, или злоумышленник его просто выключил, есть кнопка выключения, то все. И еще одна функция, которая может пригодиться, если вы где-то свой портмоне дома потеряете, всякое бывает, то вы просто на смартфоне нажимаете кнопку, и он начинает звенеть. Ребенок спрятал, к примеру. Кстати, вот разработчик всего этого, его посетила идея именно в этом, когда его дочка спрятал кошелек за плиту, он потратил месяц на восстановление всех карт, и он решил создать вот Вольтермен получается. Кошелек можно найти, но опять же в радиусе действия кошелька. И напоследок, радиус действия Bluetooth какой-то космический, я просто был в шоке. Я оставил кошелек, такое чувство, я оставил кошелек метров, наверное, чуть ли не 100. И он у меня исправно работал, то есть у меня поддерживалось соединение, я мог включать-выключать звонок, включать-выключать беспроводную зарядку, все работало. И последняя функция, которая может вам пригодиться, так как здесь есть сим-карта встроенная, то есть 2G, 3G по всему миру, то вы можете использовать кошелек как раздачу, точку раздачи интернета, точка Wi-Fi. То есть с этого кошелька, с помощью телефона в любой точке мира вы можете использовать интернет 2G и 3G, который транслирует этот Вольтермен. Это прикольно, но я не использовал. Тарифы вы видите на экране, они могут поменяться, поэтому я скриншот сайта поставлю. В принципе, на этом у меня все. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк, не нравится — дизлайк. Ну, в любом случае, подписывайтесь на канал, всегда много интересного. А вы бы купили себе такой кошелек? Умный кошелек. Счастливо, друзья!